Принятие военным министром Керенским ряда мер по укреплению армии не привело к желаемым результатам. Напротив, солдаты перешли к открытым антиправительственным мятежам. 9 июня 1917 года Временное правительство получило сводку от генерала Щербачева о подавлении волнений в трех полках Румынского фронта. Было арестовано 200 человек. Пока обычных солдат гнали под немецкие пули и разгоняли в случае недовольства, бывшие генералы, служившие царскому режиму, готовились выйти на свободу. 9 июня Михаил Родзянко отправил Керенскому телеграмму, в которой предлагал перевести невинных офицеров из кронштадтских тюрем в Петроград. В тот же день правительство и Петросовет получили декларацию из Киева, авторы которой требовали немедленного издания акта об автономии Украины. Введение украинизации средних и высших школ в армии отдельных украинских частей, выделение Киеву денежных средств, а также принятие мер по возвращению Украине, оккупированной немцами, Галиции. До Великой Октябрьской социалистической революции оставался 151 день.